Сегодня мы будем готовить праздничный плов, который станет настоящим украшением любого праздничного стола. Для приготовления плова нам понадобятся следующие ингредиенты. Рис, мясо, можно использовать баранину, говядину или курицу, лук, масло, сливочные сухофрукты, изюм, чернослив, финики, шафран для придания плову яркого цвета и неповторимого аромата. Вначале обжариваем лук на сливочном масле. Затем отдельно сухофрукты. Варим и солим мясо по вкусу. Завариваем шафран. Вареное мясо отдельно обжариваем. Добавить к мясу сухофруктам и луку и оставить томиться, пропариваясь. Далее в кастрюлю налейте воду и доведите ее до кипения. Добавьте соль. Добавляем хорошо промытый рис, кипящую воду и варим до полуготовности. Для приготовления газмака нам понадобятся яйца, катык, мука, масло сливочное и немного вареного риса. Все это хорошо перемешать. Вареный рис пропускаем через дуршлаг. Кладем газмак в горячую кастрюлю, затем добавляем рис. Сверху поливаем шафраном. Накрываем плотно крышкой и ставим на медленный огонь, на 40 минут. Подавайте плов горячим, украшенным зеленью и дополнительными сухофруктами. Наслаждайтесь этим праздничным блюдом вместе с семьей и друзьями во время святого месяца Рамадан. Приятного аппетита! С праздником!